Эй, всем привет! Сегодня с вами City Skyline, это я, Game Dragon. Продолжаем играть и строить наш город. У нас следующая веха в 60, по-моему, 5 или в 60, 65 тысяч, и мы можем тогда понакупить все доступные территории. Сразу повторюсь, стоит мод, который позволяет купить все территории в принципе. Так что у нас есть чем заняться. Деманд у нас на средняя потребность в коммерческих зонах. То есть город вроде бы стабилизировался. Я, правда, с последней серии не играл. В общем, ну, что вам сказать. А, тут у нас, видите, Лесхоз Продакшн. Вот. Всем спасибо вам за ваши отзывы и помощь. Но проблемы с железной дорогой все равно остаются. Вот, я сейчас не супер богач, хотя нет, я супер богач, почти 5 миллионов на то, чтобы перестроить сеть железных дорог. Вот, спасибо, если я не говорил за то, что съезды действительно отсутствовали. Я сделал здесь выезд, здесь заезд, здесь, ну, мы разбирали прошлое, по-моему, или позапрошлой серии, я уже немножко не помню, давно играл. Так, что это у нас здесь за пожар нехороший? Перепроизводство или что это? Чуть не хватает. Так, загорело. Загорело. Так. Дым олиш. Так, пожарка. Да, смотрите, действительно, у нас здесь нет пожарников. Ну, это не проблема, мы можем решить. У меня только вопрос, а зачем вам здесь больничка? Да ладно. Пускай вам будет здесь больничка. Возможно, вам она нужна. Так, это у нас что? Нехватка рабочих рук. Недостаток рабочих. Куда же я вам их построю? Вот. Ну тут у нас красивый район. Я его и трогать не хочу. Кстати, давайте его как-нибудь городом сделаем, что ли, отдельным. Тут для приличия. Пускай это будет вот вместе с этим. Какой-нибудь Бруклин Сити, или не знаю, если у нас вот это Манхэттен, это будет сейчас, дайте памяти вспомнить, такой квадратненький, чисто американский стиль, чисто квадратные дома, с районы и Manor District. Нет, мы его сделаем. Да пусть будет Бруклин. Фиг с ним. Будем знать, что это города. Это что у нас? Следить за Бруклином. Кто такой Бруклин, за которым надо следить? Вот, как раз возле High School у нас Бруклин. Смотрите, студенты прыгают. Скачут наши студенты. О, смотрите, все вместе. Опа! Анимация синхронизирована. Надо рассинхронизировать анимацию, когда они ее делают. Ну да ладно, это на совести разработчиков, но выглядит смешно. Так, хорошо. У нас есть здесь регион. Давайте посмотрим. Homeworld Remastered Collection какую-то запустил. Штуку на... Так, здесь нефть. Вот, нефть. Тут вот Бруклин на нефти построили. Халатно мы с вами так отнеслись. Так, вот здесь вот нефтяной участок. И здесь у нас поезда стоят. Да. А вот чего мне не хватает в этой игре, честно, это тоннелей. Тоннелей мне здесь страшно не хватает, но разработчики вроде как знают и обещали добавить. А раз так... Так, давайте еще раз посмотрим на структуру массива. Жалко, она выключается, нельзя оставить. Так. Ой, прям линейно не хочу. Мне гнутая надо. Давай пока вот так сделаем. И вот так пускай будет. Здесь. Здесь хайвей сюда и сюда надо будет закрепить. Так, еще раз смотрим. Здесь вот не будет.
И вот так по кругу. Окей. Сейчас сделаем. Сейчас забабахаем по кругу. Как-то. А, пускай так. Правда, острый угол это не очень хорошо с точки зрения расположения. Ну да бога ради. Так. Тут у нас будет нефтепромышленный район. Так, пускай будет. Так. Чтобы правильно сделать, я вот думаю себе, может здесь главную магистраль и поднять ее. И вот как-то так, а потом поднять и вот вывести куда-то туда. Потом подумаем, куда мы ее выведем. Но главное, что это у нас будет такая вот супер-пупер поднятая магистраль. Так, она двухсторонняя будет. Раз так, мы ее сейчас вот сюда подведем, а потом сделаем разводку с основной магистрали. А пока что сделаем здесь небольшие улочки. Допустим. Так, где-то, да, вот, о, перекресток будет отлично, и здесь сделаем какую-нибудь такую, вот так, скажем, все, все это будет у нас жестко нефть, это будет жестко нефть, мне нефть нужна со страшной силой, я импортирую ее. А раз так, то мне нужно наладить производство. А раз мне надо наладить производство, значит мне надо новый район. Все логично просто. Так, долго красить, слушайте. Ну, вроде бы все закрасил. Это будет... Нет, не все. Поспешил вот здесь вот медленно. Так, хорошо. Ну и как обычно, воду, электричество. Электричества почти нет, воды в принципе тоже. Но мы можем сами. Здесь забор воды будет. Сток воды я не хочу, потому что у меня здесь забор идет. Воды. Мы сейчас вот так. Потом мы сделаем вот так. Здесь мы поставим. Что-то я слишком близко. Таю. Эй. Дай мне пожалуйста. Вот так. Здесь где-то вот так. И здесь. А что нам будет на это? Вот, вот так. Не супер экономично, но да бог с ним. И где-то тут замкнуть. Вот. Вот. За пределами. Все, я понял. Веду, получается, вот теперь в пределах города. Так, электричество, лепестричество. О, стоп, слушайте, я ж поставил, ну, по-моему, она без этих самых, без текстур, да, из SimCity 3 200 тысяч, 8 тысяч в неделю. У меня в неделю только 9 прибыль. И 8 тысяч атомная. Не, солнечная наша, все. Так, солнечная электростанция будет... Будет... Вот ты посмотри, какой здесь рельеф, а. Слишком крутой. Вот пускай будет вот так. И это будет окей, потом это заработает. Я надеюсь. Ну ладно, строить пока не буду, посмотрим. Так, я же не на паузе, я надеюсь. Нет, я не на паузе. Только у меня здесь никто... Кстати, вот если у меня никто не едет, естественно, здесь никакого развития не будет.
Ну хорошо, тогда разводку делаем. Делаем разводку. Тут у нас... Ладно, мы сами сможем. Тогда значится, мы подводим наш большой бульвар. Вот так. И вот так пускай будет. Да, вот можно его будет здесь соединить потом. Кстати, почему бы его сразу не соединить? Потому что надо вот так и вот так. Кстати, а что там наш аэропорт? Живет себе? Живет. Что-то там происходит. 19 человек обслужено. Ну, отлично. Так, здесь соединили. Уже, в принципе, соединили. Уже он должен начать расти, на самом деле. Да, вот, видите, уже начал расти. Но для чистоты эксперимента, скажем так, да, мы должны сделать съезд сюда. Мы должны сделать заезд. Такой корявенький. Потом съезд в сторону города нашего Бруклина. И отсюда в сторону. Вот так. Вот теперь вроде все заезды, все съезды есть. Смотрите, еще знак даже стоит. Типа туда и не поворачивать. Как это ты? А вот, блин, хитро. Ага, у нас получился здесь полный перекресток. Поэтому, ну да ладно. Пока пробок нет, все хорошо. Так, что здесь? Нормальная эксплуатация, все хорошо. Здесь обязательно пожарочку куда-нибудь в центр влепить. Так, чтобы она везде доставала. Вот так пускай. Ну, нам надо коммерция, коммерция, коммерция. Хорошо, если здесь у нас производится продукция. Чего тебе здесь не хватает? Топлива не хватает. Угу. Хорошо, здесь, ну, как здесь стоят красивые пассажирские поезда. Хорошо. Я вот не знаю, даже делать сюда железную дорогу, это ли будет вообще полный аут. Нет, пока не буду делать. Пока нам ломаной от этой дороги хватает. И тогда мне надо коммерческую зону, какую-нибудь зону, где будет шматье продаваться. Шматье мы будем делать где-нибудь высокая зона будет, тогда вот так вот сейчас. Вот так. И пусть оно вот сюда вот куда-то пристыкуется. Вот. Вообще такая конструкция получилась прикольная. Люблю большие дороги, красивые. Очень классно. В Бразилии классные такие проспекты. Так, и хай плотность. Хай не хай плотность будет большая. Вот тут пускай будет еще тоже. О, интересно. Так, вспомнить бы, что это за знаки обозначают. Слишком мало служб. Каких служб тебе надо? Фабрика, объясни. Тебе надо продавать свои товары, и на этом все закончится. Это главная твоя служба будет. Наша служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд, как будто нафиг надо. Да, хорошо, здесь надо тогда построить чутку жилых домов. Вот так вот, вдоль побережья. Эпс, слили. Я не думаю, что они будут сильно расти быстро. Вообще. А нет, с этим мы потихонечку выравниваем. Ладно, оставим этот город жить сам по себе. Слушайте, мне вот этот Бруклин нравится. Такой вот интересный он получился. Так засеяли здесь. Травки. Единственное, что мне нравится, видите, эти с этой стороны пытаются на перекресток здесь уйти. Правильнее было бы их как-то
А ну, если что, попробовать отсюда выйти, но наверх. Не, чуть-чуть. Хорошо, а если сюда выйду? Во. Здесь я могу пройти. Здесь я тоже могу пройти. И будет, например, вам вот сюда. Во. А ну, кто тут умный? Опа, есть такие. Понеслась. Жара. Еще и в разные стороны разъехались. Так, здесь пробочка должна уменьшиться со временем будет, раз такое дело. Так, ну горишь, а где пожарники? Пожарники работают. Ага, отработали уже. Все, молодцы. Вот мне непонятно, вот это все запаркованное. Можно это как-то с этим бороться? Но это же не... О, да, смотрите, пробочка уменьшилась. Теперь половина уходит сюда. Здесь такая небольшая пробочка, как на выезде с троещины в Киеве. Каждое утро. Когда наши научатся ездить? Вот сколько езжу, поражаюсь. В любую погоду могут устроить пробку не из ничего. И ладно, хоть повод был. Не, просто так. Без смены погоды, без дождя, без снега. Обязательно кто-нибудь грязнется. Так. А что у нас тут? Ну, растем мы. Не, нифига мы не растем. Минус 200 человек. Что же вам не нравится, а? Мало товаров. Вот этот райончик у нас вообще замечательный. Такой новострой. Элитные дома почти что. Что тебе тут? Не знаю, же товаров для продажи. Ребята, я вам налопал, посмотрите, сколько. Всего. У меня есть подозрение, правда, что ни товаров недостаточно, а зона коммерческая слабенькая. Вот, ну почему-то мне так кажется. Давайте вот здесь вот зашьем коммерческой зоной. И посмотрим, что мне скажут мои потребители. О, да, они мне скажут yes. Хотят. Потому что, ну вот, как видите, получается что? Получается то, что недостаток товаров. Это не недостаток товаров, это недостаток, по-моему, коммерческой. А, нет, это же зона сами коммерческой. Блин, что же им надо? Хорошо, где мой экспорт? Нет, не то. Вот. Импорт 1300, экспорт 4900. Алло, камон. Ребята, посмотрите. Сплошное, блин, производство. Везде причем. Даже тут у нас экспорт идет вот это вот фигни. А-а-а, я забыл, стоп. Стоять. Здесь же надо зону сделать и заспециализировать ее на нефтепереработку. Вот, блин. А я забыл. Вот так. King District. О, сразу сбросило. Но это не будет King District. Это будет Oil Farm. Вот так назовем. Oil Farm. Ферма ойл. Ферма нефти. Давай, быстренько перестраивайся. Вот так. Зелененькая появилась. Отлично. Но я, блин, уже упал до 53 тысячи. Это очень плохо. Это очень плохо. Плохо, плохо, плохо. Где бы нам райончик разбить еще один? Ойл фарм. Вот вообще ничего нету. Вот, первые вышки пошли. Так, скоро там появятся не товары, а нефть. Так, а здесь, смотрите, здесь коммерческая понеслась. А вот здесь я предлагаю построить зоны высокой плотности жилой. Вот так вот вдоль дороги. Без ничего. Нагло, жестко. В ветряках. Но мне сейчас надо просто увеличить до 65, а потом можно будет уже причесать, как говорится, в нормальное состояние. Ну, такой лайфхак, скажем так. Как водичку бы не мешало бы добить в
вот раз. Здесь это стонать начнут сейчас. Нет воды. Так, забил, здесь вода есть, все хорошо. Да. Так, хорошо, ждем эффекта. Эффект будет, конечно, печальный. Хотя, вы знаете, нет, 53, блин. 77 минус 115. Нет, что-то не то. И школы же вроде есть образование, да? Ну да. Ну, смотрите, как красота. Образование. И преступность низкая. Смотрите, все 6%. Рай, а не город. Болезни там 24. Так. Стоять. Вот где она тут? Раз, два, три. Ага. Использование кладбищ, конечно, много. Ну, давайте сделаем парочку здесь вот. Раз. Тут куда-нибудь, я не знаю. Тут пускай будет. Индустриальную зону. Свозят. Здесь у нас... Здесь у нас вот, по-моему. Или это свалка? Или это свалка? Кладбище. Вот пускай здесь будет кладбище. У нас тут вот, раз, два, три. Да, вот пускай так будет. Вот, 52 тысячи, ёлки-палки. Как-то очень плохо это. Как бы нам 65 взять, а? Вот здесь начали расти, смотрите, домики. И здесь вот просто целый ураган. Минус 357. А чё вы убегаете, слушайте? Начали расти, а потом опять. А потом опять. 36-й год ознаменовался полной иммиграцией. Люди валили безумными толпами от нас и не хотели приезжать в город. Доходы зашкаливали. Бюджет города составлял 5 миллионов долларов. Сделаем, что это город, 5 миллиардов будет. Торговый порт и промышленный порт, извините, засрал территорию так, что мало не покажется. На Манхэттене продолжали расти дома высокотехнологичные, но иногда они горели. Вот где-то тут было. Уже не горели. Нет, горели. Вот. Но пожарные их тушили, потому что финансирование пожарных было на уровне. Пробки на железных дорогах продолжались уже третье десятилетие. Вот. Зато самолеты продолжали летать без вопросов. Так, и коммерции все равно не хватало. Слушайте, ну это какой-то ужас. Вот неужели в реальной жизни тоже так, что коммерции не хватает с безумной силой? Как-то мне странно даже. Ну давайте сделаем какой-то commercial district, я знаю. Пускай будет такой. Вот хайвей одностороннего. Нет. Вот так. Так, пускай будет. От этого хайвея пускай будет. Сюда. Вот. Опа, а что ты без электричества, кладбище? Как это вы как? А, вот, я тут поломал немножко, извините. Бывает, был неправ, погорячился. Так, коммершал, а если легенький коммершал построить, интересно, будет от этого какой-то толк? Или ему нужен все-таки хэви? Хэви коммершал. Heavy commercial, heavy commercial. Ладно, пускай будет heavy. Сейчас мы тут вот так вот, оп. И тут тоже вот снимем. А, водичка. Я знаю, что воды у вас не будет. Все еще будет. Но все равно много не надо. Так. Прирост 51 500. Да елки ж ты палки, ну.
Хорошо, я понял. Надо продолжать закладывать новые районы. И на этом все будет. Ну, на хайвее столько перекрестков. А почему нет? Это ж съезды. С хайвеев. Так, тут опять нету. Да что ты будешь делать? Где вам альтернативщину взять какую-нибудь? Здесь все нормально. Так, смотрите, как они растут жестко. А вот тут будет перекресток. А вот тут перекрестка не будет. Давайте отсюда будем растить. Вот так. Я вот думаю соединять это. Или не соединять. Соединим вот так. Возможно, сейчас не грамотно, но я от отчаяния. Того, что у меня не растет кокос. Там. Раз. И тут на перекресток. Вот там. Такой вот дурной перекресток получился. Еще с такими. Угу, вот здесь пробки ставить вообще жесть. Под таким углом. Это жестко реально. Так, а тут что? А че он? Ага. Мало канализации. Окей. Очистительный завод. Хряц. Хряц. Есть, готов. Че нет электричества? Ты ж вроде подключен. Все нормально. Не боись, все будет хорошо. Доступность канализации. Ну, да, пошла, родная. Тут электричество есть, все хорошо. И коммерция все равно нужна. Нет, ну, посмотрите, кстати, большая не так классно идет. Или идет? Идет. Давайте сделаем здесь легкую. Коммерция, тяжелая коммерция. Скажи нет тяжелой коммерции. Так, ладно. Все шуточки, но на самом деле. Вот тут, вот рядом с хайвеем громковато, конечно. Можно было бы и хайвей закрытый строить. А, он закрытый. Ну, отлично. Будем жить за железным забором, за бетонным, точнее. Вот и домики поперли. И коммерцию вам сейчас посадим здесь. И растите себе на здоровье. Приумножайте доходы граждан. Так. Так. И вот так. Пум-пум-пум-пум-пум. Что-то я сегодня не отважился, сейчас, наверное, на флай-симулятор. Это странные дома. У меня такое сегодня. Настроение несерьезное. Пускай будет. Настроение несерьезное, и я решил немножко подурачиться с City Skyline. Где у нас тут? Пускай будет здесь. Вот. Возможно, вам понравится, возможно, не очень. Но я надеюсь, что все-таки понравится. Так, полицаи. Давайте вот сюда. Все, да? Школа начальная. Ну, давайте вот сюда. High school одна там аж. Не, давай где-то ты будешь. Давай так, живописно на берегу моря. Колледж есть, все, не надо. Ну, о, пошел прирост по чуть-чуть, отлично. Это меня радует. Смотрите, какой домик прикольный. Вот этот и вот этот. Главное, чтобы он не пополз туда, в сторону океана. Но видосик живописный достаточно. Такой интересный получился у нас. Тут такую набережную, если бы можно было еще проложить. И так тут по набережной. Бряц, погулял. Опа, кто-то свалился. Кто-то морских львов покормил.
Еще мне очень нравится вот эта вот дорога висящая. Вот, перестраивается, смотрите. Что такое? А чё красный? А я паузу случайно нашел. Вот, вот он уже зеленый. Тут уже люди пошли, и это уже второй уровень. Сразу и взрослых 16 человек, молодежь 1, дети 1, ну, родили кого-то. Молодежь 6 поселилась. И на третий уровень пошли, смотрите. Все-таки плоды образования дают, и все равно минус, да ты посмотри, а. Так, а ну подсказывайте, кто уже наигрался в него достаточно, что за фигня происходит? Почему такое? Так, oil farm, смотрите, как они быстро выкачивают нефть, это просто жесть какая-то. Так. Здесь импорт, а экспорт продукции. Смотрите, здесь совсем-совсем ничего. Очень мало, видите? Шахт, и они кричат, что им недостаточно работников. Да? Что, недостаточно рабочих? Почему? Смотрите, сколько здесь жилья. Смотрите, сколько здесь работников. И здесь недостаточно работников. Так я же вам вроде жилую зону сделал. Коммерческую. Ты смотри, а. Ладно, хорошо, убедили. Продолжаем. А, нет, слишком будет хвост длинный. Сейчас, а? Вот сюда вот так. Здесь какой-нибудь такой жилой массивчик. Пом-пом-пом-пом-пом. И пускай это все будет плотная недвижимость. Зоны, зоны, зоны. Пускай растут. Вот, вы ж только заселяйте. И для кого я это все строю? Вы заселяйте. Без воды, я знаю. Сейчас добавим, не проблема. Посмотрим, как вы его заселять будете. Ну да, что-то там селится. 51, 60, блин, 10 тысяч надо. Ну это дофига. Это дофига с таким ростом, конечно. А что если мне построить здесь что-нибудь? Что у нас по ресурсам? Здесь ничего у меня нету, кроме леса. Кстати, я лес рублю вообще. Да, 2500 в неделю. Тут почти уже все высосал с фермы. Прожорливые. Туризма 140 человек у нас, смотрите. Все в Манхэттене в основном и в Бруклине. Хотя есть парочка. Есть парочка. Так, что у нас тут? Смотрите, и тут заселились. Тут пробки как были, так. Так. А может и появились. О, 253 прирост. Так, хорошо. Я чувствую, что-то я начал делать правильно. Здесь коммерция выросла мелкая. Раньше коммерция не совсем было, ёлки-выпалки. Здесь потихонечку начали расти. Здесь движняк. Но рабочих все равно им нету. А вот это кто тогда? Кто вот это, объясните, живет? С образованием, без образования. А вам что надо? С образованием вам надо основная часть. Ну, вот они живут с образованием. Уже меньше. Будут в таком районе жить. Где нефтью смердит. Так. 52 700. Ну, набираем обороты. Предлагаю возле аэропорта что-то строить или не строить, даже не знаю. Давайте здесь сделаем квадратный район. Такой вот тупо совсем квадратный. Линейно возьмем так вот. Вот так.
я знаю, чего у меня там нет. Парков у меня там нет. У меня там нету парков. Вот в чем проблема. Ну, не совсем квадратно. Ну, в принципе, окей. Так, зеленая плотная. Тут вот так вот. Короче, вот. Мы сейчас вот так вот здесь закрасим. Что-то нехорошо оно получилось. Жикс. А здесь синий плотничок такой. И более того, я им сейчас создам рабочие места вот тут. Пусть работают. И вот тут тоже на склонах. Вот. А, теперь надо водичку надо им. Электричество надо. Это портал закинем. Ага. Это круто, смотрите. Это чисто хороший вариант. Над взлетной полосой электропередач. Я, конечно, не уберу, потому что, ну, это капец. Это ненормально. Поэтому мы проведем здесь по краешку. Так с этой стороны завести. А вы не хотите здесь вырасти, а? Вот что-нибудь вырасти здесь не хочет? Ну, заработало. Хорошо, так. Электричество сейчас подастся туда. Мы растем 54 500. Ура! Может, мы сейчас еще и успеем там. Здесь все есть. Электричество есть, вода есть. Мусор. Отлично. Утилизируем 580 из 480 производимых. Смотрите, как коммерция выросла. А жилые домики практически не выросли. Так, я там что-то про парки говорил. Ну да, посмотрите. Я бы тоже в такой город не приехал. Место уже занято. Давайте тут парк сиганем. Вот что большой такой. Где поменьше. Там здесь поменьше. Здесь парк сделаем. Какую-нибудь плазу красивую, я знаю. Куда-нибудь сюда. Оп, вот тут было. Вот. Так, а здесь, слушайте, а здесь слабо. Давайте вот это вот сюда поставим. Так. И что ты мне сказал? О, смотрите, как здесь засинило сразу. Засинило. Так, тогда здесь тоже. Пусть засинит. Здесь пусть засинит. Ну и пока все. Такой маленький живописный райончик. Отдаленный. Вот. Здесь теннисная площадка. А тут будут нигеры прыгать. Баскетбол. Гетто. Шметто. Неполиткорректно я сегодня, просто ужас. Так, ну прирост идет. 188. Бог с ним, но надо заканчивать серию. Это уже долго получается. Мы с вами богачи. 5 300 000. В общем, пока все. Будем расти. Наша цель 65 тысяч и открытые все территории. Хоть посмотрим, как это выглядит. Все. Всем пока. С вами был Game Dragon и City Skylines. До следующих встреч. Вон, электричество пропало. Отключили. Всем пока.